Алматинский центр таможенного оформления Алмалы, расположенный вблизи 70-го разъезда, с утра принимал граждан в штатном режиме. У нас нету никакого ажиотажа. Все спокойно? Да, повышение будет, мне кажется. В связи с чем, как думаете? Не могу сказать. При оформлении никаких задержек нет, все нормально. Однако уже после обеда в операционном зале наблюдалось непривычное для этого времени количество декларантов. Таможенники Алматинской области приостановили прием документов. Брокер Мюрет Кабдылханова с 8 утра на ногах. Она представляет интересы зарубежных компаний. Но сделать этого сразу не удалось. Возникла непредвиденная ситуация. На аэропорту что-то не принимали, на дому не принимали. На дому, да, там? Сюда пришли, принимают, да? Да, здесь принимают. А почему там не принимают, сказали? Нет, у них тоже там ажиотаж, у них что-то не принимают. Вы не сказали, почему? Нет, еще не сказали, почему. Таможенная служба Алматинской области и города, всегда активно сотрудничавшие со СМИ, внезапно выбрали в этот день иную позицию – закрыли двери. Выяснить, повлияет ли смена курса тенге к доллару на таможенные пошлины, стало задачей невыполнимой. В департаменте таможенного контроля по городу Алматы прокомментировать, какая ситуация сложится на таможенных зонах города в связи с поднятием курса валюты, отказались, ссылаясь на то, что это не в их полномочиях говорить об этом. Единственное, что нам сообщили, завтра, возможно, таможенные платежи будут приниматься по 163 тенге за доллар. Но не исключено, что Национальный банк этот курс может еще изменить. Дильмурат Муталипов, Дидар Исаев, телеканал Алматы.